Здравствуйте, хочу открыть вязальный канал. Есть ли смысл сильно заморачиваться с превью, обложками т.д. и т.п.? Оформление важно. Друзья мои, вот вам кто говорит, что не важно оформление, просто посмотрите нашу школу, первые ролики, которые без оформления. И посмотрите, как оно сделано сейчас. Да? То есть вы уже к хорошему привыкли. И те люди, которые вам говорят, что оформление не важно, они вам лгут. Когда вам говорят, что оформление не важно, это просто люди, которые не умеют его делать, либо боятся вас спугнуть. Потому что, по большому счету, оформление – это равно сразу дополнительная возможность там для монтажа. Начинать можно без оформления, для того, чтобы понять, ваше это или не ваше. Мы специально делали бесплатную школу видео, чтобы показать, да? Мы не убирали первые видео, не перезаливали их. Вот там просто я сижу, плохая веб-камера простая, там стол, там, да, Федор, и сидим рассказываем. И сейчас уже там на зеленке, там все дела. Поэтому не приоритет номер один, потому что приоритет номер один – это все-таки контент, но это в топ-3 приоритетов по-любому.